Приветики, мальчики! Вы, наверное, слышали про такую игру, как The Witcher, Ведьмак 3, или другие ее части, или про книги, или про сериал Ведьмак. Короче, про всю эту замечательную и мной лично любимую вселенную. Ты, как бы это помягче сказать, пиздишь. Однажды часть команды CD Projekt Red, небольшое количество разработчиков игры Ведьмак, покинули эту команду. Но они так сильно вдохновились нашим славянским сеттингом, всей этой мифологией, что решили сделать свою игру. Вот эти ребята, которые откололись от CD Projekt Red в процессе разработки Ведьмака, объединились с командой, которая сделала игру Червячки. Ну и, собственно говоря, под патронажем великой Team 17, которая сделала игру величайшую Worms, вот эта вот объединенная команда, они выпускают в этом году новую игру по славянской мифологии вот этой вот нашей истинной, по нашему сеттингу, игру, которую назвали Горд. Давай заценим официальный анонсный трейлер. Товар еще не оценен по достоинству. Мой король. Ля. Наш правитель правит народом, который называет себя племенем рассвета. Ух ты, это стратегия? Блин, обожаю стратегию. Они первобытные люди. Они собирают древесину и тростник, чтобы строить себе дома и убежища. Они используют глину и железо для улучшения своей жизни. Блин, это супер. Офигеть. Как и все простые люди, они вынуждены ради выживания покинуть уютную деревню. Музыка из Ведьмака, что ли? Многие мечтают о приключениях, но окружающие леса — это и есть приключения. И это очень заманчиво. В дикой природе нас поджидают смерть и боль. Зло расползается под темным закоулком сознания. Это реально музыка, похожая на Ведьмак, да и вообще все вокруг. Твои подданные всего лишь люди, поэтому их тело и разум могут быть сломлены. Офигеть. В трудные времена люди молятся о помощи, прося о ней. У них есть ведьма, которая нашептывает могущественные заклинания. Благословляйте соплеменников. Будьте вместе с ними или проклинайте их кости. Охренеть. Но даже божественной помощи может оказаться недостаточно. Им остается только наблюдать, как их поселения рассыпаются от нашествия монстров. Одно за другим они превращаются в руины. Я впечатлен. Это поселение, о котором ты говоришь. Как они его называют? Как? Этим летом? В Стиме. Почему все кончилось на самом интересном? Это такой топ для меня! Вы просто не представляете. Я обожаю книги Ведьмак, я обожаю сериал Ведьмак, я обожаю все игры Ведьмак, я обожаю Ведьмака. Я смотрю Битву экстрасенсов. Господи, помилуй! Ух, ёп! И ко всему этому я безумно люблю и обожаю все стратегии. Капец, у меня просто это не укладывается в голове. Они просто объединили все, что я люблю, и сделали охренительную игру. Игра называется Горд, и она выйдет этим летом. Это одна из немногих игр, которую я действительно буду ждать. Конечно, тут не величайшая графика, но это стратегия в мире Ведьмака! Праздник какой-то, как будто, я не знаю, мне очень понравилось. Это антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за волшебные бока. Ох, ебись, оно все в три прогиба.